Всем здравствуйте, с вами... С вами Флорд и Спайк. Мы купили колу с накипосом. А что только было? Всем привет! Вон. У меня тоже есть свой канал, Никитос. Ссылка в описании. Двое каналов хотят задолбать футболистов. Ну, в общем, вы поняли по названию. Для этого мы взяли пакет, а что будет дальше, вы сейчас же узнаете. Короче, мы с Сашей... Я с Сашей вчера пыталась их задолбать, но их никак не задолбать. Мы даже кинули пакет с землей. И этим было не задолбать. И вот сегодня мы им пакет наложим говна и кинем. Ну, у меня, конечно же, на всякий случай есть колонка JBL. Миха, открой, открой. Что открыть? Вот ты спай. Так, бла, я не уверен еще, что там футболисты будут. Погнали? А что я тут где-то говно уже нашел? Говно? Да. Ты где-то нашел его? Да. Вот, свежая кучка. Где? Вот, на, ложи. Так это не... Это просто... Мы передумали и решили сделать другой план. Какой, вы узнаете потом. Но все же не знаю. Конечно. Я кока-колу нашел. Я твою им добавлять не буду. Да. Потому что они недостойны такой колы. Боты. Эу. Эу, эу. Ну, не надо побольше. Колы. А что? Думаю, это выглядит вкусно. Кстати, также не забывайте, что... Накладывай. Что там? Нашел? Земли накладывай. Сейчас. Только без камней. Накладываем земли. Делаем, конечно же, фруктовый салатик. Где палка? Не, земли, не говна. Давай. Говно мне трогать сыкова. Ай, говна. То есть земли. Давай. О! О! Ну, так еще три ложечки такие. Поперло! О! Еще. О! О! Еще. Все, последнее. Насрать, что там с листочком. Листочки уже сам накладывай. Листочки это изи. Гениальная надпись. Тупо будни фортнайтеров. Будни фортнайтеров каждые выходные. Кстати, ребят, кстати, кто хочет, го один на один в фортнайте. Просто на го. Я просто часто в фортнайт сейчас захожу. Ак мой очень сейчас активен. Ну, вот почти. Ты уверен, что это инкинь? Да, я уверен. Надеюсь, что на нас заявуху не напишут. А если кто напишет, то это молодые скиллы какие. То это точно они или какие-то тупые, маленькие, малюсенькие, прям как мой член, скиллы. О. Оп. Погнали. Кстати, скоро клип на трек Geometry Dash. Я иду. Я иду, шагаю по говну. И сру. Кстати, вон там вот мы прикрепили. Вон там вот где-то... Мы на камень прикрепили скрипыша, которого нашли на улице. Кстати, мне сегодня из Бравла в Спайк выпал. Ты им сказал, то, что мы еще в конце видео проверим скрипыша, которого мы полчаса назад приклеили, или кто-то спорил? Ну да, мы это проверим. Я не могу колу держать, поэтому сейчас, подождите. Очень удобно. Камни вниз, крыша дома, в жопе где-то, что-то там.
Так, нет, не буду полечить. Я, motherfucker, bitch. Съел, bitch. Красота. В кавычках. Кстати, какого фига так мало просмотров на влоге? Ну-ка, быстро все залетайте на влог. Да не надо! А, этим футболистом? Да. Я думаю, другим. Погнали. Снимаешь? Я снимаю, погнали. Ты промахнулся, дурак! Ты промахнулся! Не, гоем через дверь закинем. Гоем через дверь. А что супчиком будет? Вот бульон. Из Ролтона. Это бульон из Ролтона. Давай. Снимаю. Исторический момент. Ты когда-нибудь попадешь? Дай мне. Дай мне. Не, я хочу сам капитошку. Капитошку? Я тебе сейчас такую капитошку со скоростью света. Если у тебя сейчас вот не получится, закидываю я. Давай, гола-гола. Лома. Исторический момент, давайте. Мать твоя жизнь. Ты понимаешь? Давай. О-о-о. Они даже не среагировали. Они даже не среагировали. Их реально не... Чё? Так, надо стрясти колу. Так. Комочки. Погнали. Кидай. Насрать. Видимо, футболистов серьезно невозможно выбесить. У них нет реакции. Их реально невозможно. Нет, потому что мы с другой стороны кидаем. Подождите. Открываем. Подожди. Сними-ка. Возьми телефон. Тел-тел-тел-тел. Открываем. Распаковка сососолы. Давай быстрее. Быстрее. Сейчас. А, ну ничего. Что я укину? Даже не бомбануло. Кот, фиг он, да? Катя, Катя, Катюшка. О! Еды! Ага. На, сделаем капитошку из песка. Подлежи-ка тогда. Подлежи тогда. Подлежи тогда. Мое лицо не снимай. Почему? Это нельзя. Я снимаю лицо. Мне хочется смотреть. Так, им надо, конечно, чуть-чуть сососолу. Наливаем сососолу. Хорти Спайк, ты им что делаешь? О-о-о, она пенится начала! А, конечно, там были приправы по стенкам. Погнали, закинем. Стоит там красный. Это футболист.
Давайте спать, кинем отсюда. На бутылочку не буду садиться, это не к счастью. Давай, Флорти, спайк. Подолбать тогда. Крикни им какой-нибудь матерный. Вы Слава Мерлоу! Ты Моргенштерн! Ноль реакции. Будем просто по тупой наглости выйдем да и кинем. Зайдем туда да и кинем. Давай ты. Давай. Колу не пить. Колу не пить. Миха, распаковка. Ты только что распаковал? О, берем такую горсточку. И несем им подарочек. Давай, отнесем подарочек. Руки мерзнут. Гага. Чтобы они на нас обратили внимание, кинем? Давай. Хола, хола, хола. О, манга. Несем. Принесли. Так, не спалиться, главное. Им в прямом смысле насрать. Они... Видишь этот пакет? Кинь им его. Там вроде что-то есть. А, фу, там говно. Киним. Несем опять. Они выходят. Маскировка уровень 100. Им насрать! Нет, все, я пойду на крайние меры. Фу. Я теперь зайду аж. Стоп. Так, камера снимай. Так, ну, ладно. Вот им подарочек. Подарок. У них ноль реакций в прямом смысле. Ты пить будешь? Да. Жалко, их бы облили. Сейчас будет у них точно реакция. Будет там сейчас фонтанчик.
Нет, он не. Лорти Спайк. Ну хоть какая-то реакция. Лорти Спайк, да ты сейчас допьешь? Я туда им на. И мы это им открытую на поле кинем. Я, может, через час поеду к другу. К филармонии. Если дождь не будет. На автобусе поедешь? Да, на троллике. Точнее, на троллике. Идем в место кое-какое. Так, давай. Дом. Важный идем. А Дарил, может? В общем, мы нальем бутылку саку и закинем это открытым. Смотрите, тут какие чикари. Чикари. Мы им сделали небольшую жидкость названием сака. Вот. Погнали. Айо, мне кажется, они уходят. Подписывайтесь на канал Никитоса, ссылка в описании. Там чел такое творит. Гаднутнул, в общем. Надеюсь, данное видео наберет хотя бы 50 просмотров за день. Просто такого давно не было. Хотя при 130 подписчиков должно быть. Здравствуйте, это компания Эльдорадо. Ага, вот так вот. Эльдорадо, мусор выкинь сюда. Понятно. Выполнено. Они на нас обратили внимание? Я на меня обратили. На меня. Ладно. Хорошо. Что он тебе сказал? Нет. Домой себе принеси. Выливай. Выливай. Юрий, нам вот в дырку залей. Подожди, нет. Ашка, юдись! Сейчас на полиции приедут, будут лить еще. Не писайте больше. Мы не ссали. Мы не ссали! В общем, вот. Бежим смотреть, что с нашим скрепишом. Прошло достаточно много времени. Погнали смотреть на скрепиша. Ты не знаешь, есть ли он там? Он до сих пор там. Он до сих пор. Его никто не забрал. Вот его вот никто не забрал. Забирайте, подписчики. Всем пока. Посмотрите. Это улица Московская. 83. До 83. Московская 83. И вот рядом парковка. И мы его тут повесили. Угу. Также маску анонимуса ищите в поселке Песковка на улице Ленина. Там будут две пятиэтажки. Заходите на ту, которая кирпичная. Там будут кусты крапивы, и там лежит маска анонимуса бумажная. Поэтому вот, всем пока.